Здравствуйте все, кто находится сегодня с нами на нашем канале, смотрит наше видео сегодняшнее. Сегодня хочу показать сборку офисного дивана. Сейчас сначала сам диван покажу. Вот стыки хочу показать. Это очень важный момент для офисных диванов. Так, чтобы это все было плотно. Здесь вот скобами пробито. Вот заказчики меня попросили собрать офисный диван 3 на 3 метра. Это значит, будет у нас средняя часть дивана. Здесь будет угол, вот сейчас куда мы смотрим, полукруглый угол, и будет такой же диван размером. Сейчас я покажу сборку его, и здесь у нас окончание будет тоже полукруглое. Вот, показали мне картинку, фотографию, вернее, попросили сделать такой диван. Пришлось немного изменить. Так вот произвольно все это я очертил. Вот нарезал. Вчера начал заниматься. Сегодня собираю уже диван. Ну, наверное, дней через 5 он должен быть готов. Thank you.
пистолете, полюскоп. Процесс у нас занял столько времени. Проверочка. Так, сейчас прерву я видео надолго. Вот продолжаю. Наше прежнее видео. Снял телефон и со штатива. Вот опять хочу заострить внимание вот на этих стыках. Все это должно быть без щелей. Это основа дивана. И от этого будет зависеть его прочность. Диван делаю такой усиленный, потому что диван у нас делается для пионерского лагеря. На нем будут отдыхать детишки. Ну и беситься, наверное, тоже. На этом хочу всем пожелать всего доброго. Ссылку этого готового дивана выложу позже. И хочу сказать вам, друзья, если вы уже делаете диваны, делайте это правильно. На этом всем всего доброго. До новых встреч. Оставайтесь на нашем канале.